Всем привет, дорогие друзья! Хочу показать, как в UFC 4, соответственно, выйти из клинча. Да, то есть вот мы ходим, 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 с нами проблема. Да, то же самое будет с той стороны, когда мы, если ничего не делаем, они будут зажаты постоянно в клинче. И вот мы можем ему стучать там сколько хочешь, да, то есть он также может с нами делать. Абсолютно точно так же. Вот, да, то есть шустренько, как говорится, как полагается, все. То есть, вот это, в принципе, да, в клинч вошли. Кстати, поставьте пока лайк, пожалуйста, и подпишитесь на канал. Соответственно, давайте покажу сейчас, как входить в клинч вначале, и потом, как выходить. Соответственно, чтобы войти, мы зажимаем R1 и быстро нажимаем треугольник. Точнее, не треугольник, а кнопку, отвечающую за ближнюю руку. Либо правую, либо левую. В зависимости, какая будет ближе. И нажимаем именно быстро и не задерживаем долго. Иначе у нас получится этот не клинч, а иначе мы получим, за место клинча мы сможем получить вот такой вот оверхенд. Да? Соответственно, что мы делаем? Зажали. Да? И чтобы выйти, нам надо в данной ситуации нажимать кнопку вправо, левый стик. А ему, соответственно, противнику надо будет нажимать влево. То есть задача противника в данной ситуации просто выходить в противоположную сторону. Это основной принцип, в принципе, здесь. То есть когда мы хотим выйти, мы должны выходить в противоположную сторону. Показываю сейчас еще один пример. Вот, да, то есть мы тоже его зажали, мы там могли побить еще сейчас, секунду, еще раз сюда же. Да, то есть вот этой рукой мы можем его сколько угодно, ногой там мы можем его подбить чуть-чуть. Но чтобы выйти, опять же, кнопку просто назад. То есть просто надо от противника. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.